Продолжаем программу. В Архангельской области с завтрашнего дня и по 28 мая сотрудниками госавтоинспекции будет проводиться профилактическое мероприятие «Внимание, дети», направленное на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, а также пропаганду соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками. В преддверии школьных каникул сотрудники полиции совместно с педагогами образовательных организаций будут проводить беседы с детьми, направленные на закрепление навыков безопасного поведения на дорогах, а также напомнят родителям о правилах перевозки в автомобилях несовершеннолетних пассажиров. По статистике, наибольшее количество ДТП с участием детей и подростков приходится именно на период школьных каникул. Основные факторы риска – это нарушение правил перевозки детей, нарушение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестков и пешеходных переходов, нарушение ПДД детьми, в том числе при катании на велосипедах и мототехнике.